сходили в кино на Чебурашку фильм, и нам очень понравился, прям очень сильно, вот, поэтому я всем рекомендую сходить. А еще 30 декабря по телевизору показывали фильм «Конек-горбунок», и мы с мамой его тоже посмотрели, нам тоже очень понравилось. Его еще показывали в январе прошлого года в кино, ну, мы хотели сходить, но почему-то мы не сходили в результате, но посмотрели его по телевизору в этом году, и нам очень понравилось, так что обязательно смотрите эти фильмы, я думаю, что вы не пожалеете. Я тут немножечко прибралась у себя на столе. Я решила поставить один такой стакан, куда поместила всю свою какую-то нужную канцелярию. Вот здесь просто блокнот, где я записываю все, что только можно. Кружка. Сейчас сюда налью чай. И склифосовский. Просто идеально. Мне сейчас очень нравится, как проходят мои каникулы. Я ничего не делаю, я отдыхаю. Спокойствие дома, я очень много сплю. Конечно, еще это вино и сбитый режим из-за Нового года, потому что в Новый год я легла что-то в 5:30, а спала тогда до 2, что ли, дня. И с тех пор я ложусь где-то в 4 и встаю в 2. Это не очень круто, но пока что пускай так будет. Я много сплю, хоть и ложусь очень поздно. Много чего смотрю, смотрю различные сериалы, которые давно хотела посмотреть. Вот сейчас смотрю новый сезон Склифосовского, я очень люблю этот сериал про институт Склифосовского. Хотя я очень боюсь крови и вообще вот этих вот всех уколов, мне становится плохо, я обычно падаю в обморок. Но при этом сериал мне нравится смотреть, хотя поначалу мне было очень неприятно смотреть на какие-то типа операции, хотя это не настоящее, вообще нет, но это все равно выглядит просто... Не очень. И провожу время с семьей. Вчера ходили в кино, сегодня играли в настолку, завтра мы идем на ледовое шоу. В общем, каникулы проходят очень классно, как по мне. То есть я и отдыхаю, сижу дома, ничего не делаю, но также у нас есть какие-то мероприятия, так скажем. Вот, еще мы 8 числа идем в театр. Это мне тоже очень радует.
Merry Christmas! Настоящая зима решила прийти все-таки. Да, после Нового года. Salgo a caminar al sol por nuestro lago. Если что, это детское шампанское. Правда. Вот. А вот я не уверен. Ладно, не слушайте его. Вот тут можно прочитать, дед. Абрам Джуниор. Да. Мы будем смотреть третью часть «Фантастических тварей». И вот, гирлянды. Это второй счет за гирлянды. Всем привет! Это видео получается немножко не таким, как я его запланировала. Вот, так получилось, что я почти ничего разговорного вам не записываю, просто какие-то кадры там вставляю, что я делаю, куда хожу и так далее. В основном я просто сижу дома, отдыхаю, восстанавливаюсь, набираю сил перед сессией и смотрю очень много каких-то сериалов и фильмов. Вот «Склифосовский» я досмотрела на днях буквально. Еще я посмотрела новый сезон «Эмили в Париже». Люблю этот сериал за такую особую атмосферу именно того, что американка приехала в Париж, и она не знакома с какой-то атмосферой, с какими-то традициями Парижа, французов, и она пытается влиться в коллектив. Еще мне интересна ее работа, потому что она маркетолог, занимается маркетингом, и интересно. Сейчас я смотрю новый сезон «Джинни и Джорджия». Наконец-таки второй сезон, потому что первый сезон мне очень понравился, я помню. А вчера мы ходили на ледовое шоу Евгения Плющенко с Александрой Трусовой. Я обожаю Сашу Трусову, я очень болела за нее на Олимпиаде. Короче, мне понравилось, было очень красиво. Вы увидели кадры оттуда, я много всего там наснимала. Как-то так, ухожу дальше смотреть сериал «Джинни и Джорджия». Вот, вы просто посмотрите. Мне так нравится, на самом деле, актриса, которая играет здесь главную роль. И мне очень нравятся ее кудряшки. Всегда хотела себе кудрявые волосы. Это, знаете, закон подлости. Все кудрявые хотят прямые, а все прямоволосые хотят кудрявые. Итак, сегодня мы идем в театр, в мускомедию, на мюзикл «Граф Монте-Кристо». Мы уже идем второй раз, потому что нам очень понравилось. Сначала я хотела пойти супер по официальному и надеть пиджак, но я поняла, что мне будет холодно, поэтому толстовка. Потому что там минус 20 градусов. Тишине, и любовь переполняет сердце.
Ну что, всем доброе утро. Сегодня 9 число, каникулы, выходные закончились, нужно как-то вливаться в рабочий режим. Мне это очень сложно сделать. Завтра у меня первый экзамен, это эссе. К нему, в принципе, никак не подготовиться. Я просто уже ближе к вечеру почитаю всю информацию в презентациях, повторю какую-то структуру и все. Нам нужно будет пользоваться интернетом, чтобы искать какую-то, может быть, статистику, какие-то аргументы, факты и так далее. Поэтому я думаю, что, ну, это не должно быть сложно. Но нужно начинать готовиться к экзамену, который будет 16 числа. Я уже буду снимать чуть позже отдельное видео про вообще сессию, как это все проходит, как я готовлюсь. Сегодня это так, потихоньку начинаю готовиться и вливаться в учебный такой режим. Могу сказать, что на каникулах я очень хорошо отдохнула. Я думаю, что мне прям нужно было ничего не делать почти. Просто куда-то ходить, проводить время с семьей, просто смотреть какие-то фильмы, сериалы, валяться на кровати и правда вот ничего не делать. Я даже по блогу ничего не делала, то есть я поняла, что вот на YouTube я ничего, какие-то специально классные видео снимать не хочу и не буду. Вот, да, я там снимала что-то, и то большинство кадров были сняты на телефон, когда я понимала, что я хочу что-то, может быть, рассказать, ну или просто что-то снять и показать вам. Конечно, я не переставала вести свой Instagram, запрещенная социальная сеть Российской Федерации, потому что, не знаю, мне очень нравится просто выкладывать какие-то истории. У меня там нет никаких разговорных почти сторис, потому что не хочется мне. Мне просто хочется, может быть, выкладывать какие-то видео, какие-то фотки, про что-то рассказывать. Поэтому обязательно подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. Там много всего интересного обычно. Я там почти каждый день. Также не забывайте про телеграм-канал. Там я тоже стараюсь появляться как можно чаще. Ссылки все есть внизу в описании, либо вы видите ники на экране. Мне будет очень приятно, если вы меня поддержите также в других социальных сетях. Я сегодня с утра, как всегда, выписывала какие-то свои мысли, чувства, эмоции в блокнот. Это у меня очень помогает, потому что в конце декабря у меня были такие ощущения очень странные. Знаете, когда в голове было очень-очень много всего, я это рассказывала в каком-то из своих влогов. Иногда это очень мешало, то есть я не могла нормально спать, я не могла нормально заснуть, потому что было слишком много каких-то мыслей в голове. Поэтому я начала это все выписывать в блокнот, и это одна из моих каких-то, может быть, новых привычек на Новый год 2023. Вообще, также, когда я ничего не делаю, как на этих каникулах, у меня появляется чувство очень странное, как будто бы какое-то выгорание случается, либо же я просто начинаю много думать, и не позитивно, наоборот, скорее очень много каких-то плохих мыслей появляется, и вот начинается какое-то, знаете, очень апатичное состояние. Я очень рада, что вчера мы сходили на мюзикл. Я очень люблю театры, и театры мне всегда помогают как-то найти вдохновение, найти новые силы. В этот раз также сработало, потому что у меня пропало вот это вот немного депрессивное состояние. У меня снова появилось какое-то вдохновение, желание. Можно больше снимать на YouTube. Появились какие-то идеи, которые я надеюсь, что я воплощу в жизнь в январе. Опять много болтаю. Но я надеюсь, что вам интересно это слушать. Ну что, вечером я наконец-таки села писать билеты для самого вообще сложного и важного экзамена, который будет 16 января. Написала, правда, всего лишь 3 билета, но начало положено. Буду вот так вот потихоньку с каждым днем увеличивать. Завтра уже точно напишу гораздо больше после того, как приеду с первого экзамена. Конечно же, буду снимать отдельное видео про сессию и показывать, рассказывать вам все. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. Мне будет очень-очень приятно. В общем, я надеюсь, что вам понравилось это видео про мои вот такие вот новогодние каникулы. Я на самом деле думала, что сначала видео получится очень коротким, но так получилось, что из-за всех вставок с ледового шоу, театра,
получилось достаточно длинным, но я надеюсь, что вам было интересно посмотреть на мою жизнь, чем я интересуюсь, куда я хожу, не только на учебу какую-то, вот, потому что, ну, все-таки естественно в моей жизни учеба далеко не занимает все мое время, и я не занимаюсь только учебой, я как раз-таки достаточно мало занимаюсь ей, просто видео снимаю очень часто про учебу, так как это какая-то мотивация для меня, что вот я сяду поучиться, заодно сниму видео, вам это интересно, вам это нравится, и все вот такое вот. В общем, все. Меньше болтовни. Прощаюсь с вами. До следующего видео. Ну а с вами была ваша Маша. I'm slipping away, so don't